Всем привет! У нас сегодня воскресенье. К сожалению, не такое яркое солнце, как вчера у нас было. Но я все-таки решила сегодня приехать. Наш Хейфенен – это бульвар Гаги, Северное море. И вы знаете, у нас сегодня не так холодно, как вчера было. Кстати, я в этой части еще никогда не была, потому что это новая часть, вот отстроенная. Я вот здесь вот припарковалась. Там отель Carlton Beach. Если смотреть со стороны моря, то это слева вот крайняя точка бульвара. Здесь вот все это новое. Это в последний год-два построено. Вот там пирс большой крытый. Ну, ветер, конечно, сильный. Тем более мы на море. Вот он такой, видите, там и сверху можно по пирсу пройти, и крытый он там. И вот такое колесо обозрения, потом вот это вот... Башня там такая, с которой там прыгают, это банджи-джамп. И там же есть ресторан. И вот, кстати, карта. Здесь вот такой вот ресторанчик, который сейчас пока закрыт. Вы знаете, у нас же все было еще закрыто. Вот это даже не знаю, что это за здание. Может, там какой-то... аквариум или что там будет, потому что аквариум старый, маленький, в другом конце бульвара. Много людей, парковка практически вся занята. Я вот на этой парковке первый раз, это новая парковочка. Ну и что, вот смотрите, какая все равно красота. Вот видимость великолепная, видны корабли вдалеке. Даже вот газовая платформа видна. Не знаю, да, вот камера, видите, вот? Даже камера показывает, вон, корабли на рейде. Смотрите, громадные контейнеровозы. Там вот еще. О, сейчас не видно за деревом. Вот, видите? Шторм поутих. Ну, конечно, вот ветер все-таки присутствует. Ну что, пройдемся по бульвару или пойдем к морю? Парковка платная. Стоит полчаса евро 70. Скажем так, не дешево, да? Так что на время будем посматривать. Не знаю, стоит ли здесь пройти. Нет, там, наверное, песок. Все-таки придется пройти куда-нибудь подальше. Такой ковыль здесь. Кстати, вот те квартиры, которые там стоят, очень дорогие. Хотя не из ничего особенного. Но опять-таки из-за того, что такое место. Вот здесь какой-то такой киоск, где можно купить жареную рыбу и мидии, кальмары, хамбас. Здесь можно велосипед арендовать. Да. Вот 30 минут. Вот такой код. Это здорово. Strand Hotel, вот старый отель стоит, Carlton Beach, он тоже уже не новый, а там дюны, видите, разобраны велосипеды.
интересно это здание. Что это такое? Пока пусто. Сегодня, конечно, такого заката, наверное, не будет, как было вчера. Потому что небо такое все серое, затянутое. Но, тем не менее, мы у моря. Смотрите, какие интересные плитки. Теснение такое. Селёдка. О, боже мой, мой глаз. Ой, кошмар. Ну, здесь уже сразу такой ветер, солнце такое, но все-таки видно, ну, прям все оно такое неяркое. Ой, там еще и кто-то вон прыгал, представляете? Оттягиваю теперь. На летом, представьте, вот тут эти все террасы. Вот этого, кстати, здесь не было. Это все новые ресторанчики. Но теперь они делают такие большие террасы. Уже научены за эти 2 года. Опытом, да, что нужно много, большое расстояние. Здесь вот змеи летают, а здесь что-то будет великолепное. Не знаю, что это будет, но с великолепной террасой. Может, будет там бассейн какой-то, не знаю. Кораблей очень много на рейде. Вот, может быть, там и мои знакомые сейчас находятся на одном из этих кораблей. Смотрите, сколько людей гуляющих. Мои не захотели ехать. Много с собаками гуляют, конечно, очень много. Для собак это прям раздолье. А дети вот лазят по кучам песка. И заметьте, никто не кричит. Не лезь, не бегай. Красота. Смотри, какие здесь пляжи. Thank you.
Видите, вода была и здесь. Здесь масса ресторанчиков. Какой красивый вид из номеров этого отеля. А вот здесь есть название. Что это такое? Soul Strand, душа пляжа. Что это будет? Красивая фото. Патагония Бич. Становится вообще-то все холоднее, видите, подтягиваются тучи. Я думаю, что долго я здесь не выдержу, а там вот что-то случилось. Там опять прыгнул кто-то. Что-то случилось, едет спасательная. Видите? Надеюсь, вы меня слышите, потому что ветер, конечно, очень сильный. Вы бы видели, что у меня на голове творится. У меня длинный волос, и на голове распущенные, да? И на голове такие очки, специально как обручих одеваю. Даже он поехал. Может, кто-то в воду упал. Тоже может быть. Надеюсь, все живы и здоровы. Это самое главное. Ну что, пройдем? Не хочется мне, конечно, набрать песка, но, надеюсь, не загребу. Много-много людей гуляют, но у меня муж вообще, вы знаете, он мерзляк. Он очень любит жару, а я жару не переношу. Сколько ракушечек. Закрытые мусорки стоят. Вот видите, вода как сюда подымалась. Ой, на голове, как у дурного на хате, как у нас говорят. Красота. Ой, люблю море, любое. Смотрите, водоросли здесь. Очень много людей с собаками. Вот даже в сильный шторм много людей приезжают погулять, полюбоваться штормом, морем. Ой, не знаю, что я вам показываю. Надеюсь, видно хорошо. Потому что я, конечно, смотрю под ноги. Тяжеловато по песку идти, пройти этот мягкий песок. Мы тоже раньше всегда запускали змеи. Вообще, когда дочка была маленькая, вот с сыном мы очень часто ездили на набережную, на пляж, в любую погоду. И зимой. Единственное, когда сильный ветер, если несет вот песок, знаете, вот как у вас снег поземкою, да, несется, то так же и песок. И это, конечно, невозможно. Вот, сейчас несется. Ой, а какая энергия. Знаете, вот какая красота, мощь. И сколько счастливых людей вот здесь ходят, которые этим наслаждаются. Ой,
полосы во рту. Ну, там резиновые сапоги, вот для голландцев это нормально, одеть резиновые сапоги на пляж, и вот, чтобы там и к воде подойти. Там кто-то готовится снова прыгать, давайте посмотрим. Кто будет прыгать? Или нет, или пустая эта кабинка. Знаете, колесо обозрения крутится, работает. Там так мотыляются эти кабинки. Ну, это адреналин, любители адреналина. Понесло, как песок, видите? А там вот птицы еще какие-то плавают, ныряют. Да, опять-таки кто-то прыгнул. Вот смотрите, несет песок. О, собака прям упала. Никто не захотел из моих составить мне сегодня компанию. Говорю, муж не любит холод. Дочке тоже была неохота. Брат тоже предпочел на диване поваляться с таблетом. Стали мои домашние тяжелыми на подъем. Ну ладно, все мы разные. Иногда мне неохота. Кстати, обратить ваше внимание, как одеты люди. Вот практически все в кроссовках, смотрите. Мало у кого головные уборы. Могут капюшон одеть или повязка на голове какая-нибудь. Сейчас у нас где-то 6 градусов тепла. Вот здесь, я думаю, попрохладнее, конечно. Слушайте, не хочется камеру выключать и не хочется уходить. Вот даже в такой немножко сероватый день, и вот все, смотрите, такие краски, серый, такой сочный, море серое. Но все равно классно, замечательно. Можно было бы рассказать как раз о том, как мы адаптировались с сыном здесь. Но я не знаю, услышите ли вы меня, потому что сильный ветер. Не знаю, что вам будет слышно. Сделаем это в другой раз. Сейчас будем наслаждаться видами, шумом ветра.
озёмка такая, песка. Прям бьется, знаете, аж там от джинсы. Все, становится все холоднее, ветер усиливается. Тут чаек сколько. Да, подбирается все ближе, хотя я отошла, я была вот там дальше. Видите? Молодняк, молодняк. Серые это молоденькие. Мячик придет.